Минимальный размер взноса на капремонт в этом году в Башкортостане останется на уровне прошлого года. Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. Но вот на сегодня тарифы составляют 7 рублей 46 копеек за квадрат площади квартиры в домах до 6 этажей и 8 рублей 10 копеек в домах выше. Ранее с предложением увеличить взносы на капремонт в Башкортостане на 20% выступил руководитель фонда «Региональный оператор капремонта» Павел Сафонов. И в середине декабря глава региона Ради Хабиров попросил чиновников быть аккуратными с непродуманными инициативами. Повышение тарифов на капремонт он назвал преждевременными и призвал не мучить население.